Йо-йо, дурное влияние. Зацените это, Макфри, пните его один раз. Извините, на этой неделе в программе будет нормальная музыка из Бруклина. Это дурное влияние. Дурное влияние. Я выясню, как превратить одного ведущего, оказывающего плохое влияние, в другого. И наш главный обзор игры на этой неделе — Super Mario Land 2 на Game Boy. Вайолет. Да? Вайолет, вы на связи. Вы что? Ой, я немного увлеклась этим новым свободным ходом Найджела Мэнсела. Вы подключаете его к симулятору вождения вместо джойстика, и он просто крепится тонким проводом. Эта игра, в которую я играю, чемпионат мира Найджела Мэнсела, на самом деле рекомендует использовать колесо свободного хода для дополнительной реалистичности. Когда я рулю с его помощью, руки на рулевом колесе на экране двигаются точно так же, как и я. И я использую эти две кнопки для замедления и ускорения. Кроме того, вы можете выбрать ручную передачу, а затем переключать передачи, как бы поворачивая руль назад и вперед, что действительно трудно делать и управлять одновременно. Имейте в виду, если вам нравится водить симов, вам это понравится. О, и шлем не обязателен. Наш главный обзор игры на этой неделе — Super Mario Land 2 на Game Boy, самая крупная и популярная игра года для Game Boy, в главной роли любимый всеми сантехник. Но у нашего героя не все хорошо. Все существа в стране Марио были обращены против него злым воином. На помощь идет Алекс. Я ставлю этой игре 4 оценки. Это отличное маленькое приключение. Что мне в ней нравится, так это улучшенная графика. Она намного лучше оригинальной. Это карта Марио. Вы можете отправиться отсюда куда угодно, а это значит, что вы можете проходить игру в любом порядке, в каком вам нравится. Хорошо, это бонусный уровень Бегемот. На этом уровне есть чем заняться. Главная цель этого уровня — попасть в его пузырь. Я только что потерял свой пузырь, а это значит, что все ваши бонусы были забраны. В Супер Марио есть три основных типа бонусов. Первый — это его гриб, который превращает его в Супер Марио. Второй — это огненный цветок, а это значит, что вы можете стрелять предметами. А третий — морковка, а это значит, что вы превращаетесь в кроличьи ушки Марио и можете летать по уровням. У меня только что появился огненный цветок, и я стреляю. И я могу стрелять в злодеев. Только что стрелял. Только что застрелил эту птицу. А затем я продолжаю заканчивать уровень. Одна из лучших вещей в Super Mario 2 — это то, что вы можете сохранить игру, а это значит, что вы можете начать где захотите. Я покупаю эту игру. Это самая быстрая и лучшая игра, которую я когда-либо видел на Game Boy. Моя единственная критика заключается в том, что она немного легкая, и я действительно дошел до последнего уровня. Это действительно свежо и весело. Это действительно хорошая игра для Game Boy, и я бы хотела увидеть ее в цвете. Она хорошо смотрится для жидкокристаллического экрана. В ней есть несколько хороших головоломок, но прокрутка могла бы быть более плавной. Это просто слишком похоже на Super Mario Land. Итак, до финальных результатов для Super Mario Land 2. Мальчики поставили ему отличную оценку 4 балла из 5, и девочкам тоже понравилось. Четверо из 5 от них. В данный момент мы получаем много писем в офис по борьбе с дурным влиянием, и это здорово. Спасибо, что пришли. Приятно слышать, что вы хотите сказать. И мы получаем много подобных сообщений. Это от Дженни Смит, которая живет на Кингвуд-авеню, Гастингс и Восточный Сассекс. Привет, Джен. Она говорит: «Дорогие Энди и Вайолет, мне надоело смотреть компьютерные шоу, в которых даже не упоминается мой компьютер. И я знаю, что у вас есть Atari Street. Но у нас есть один здесь, в студии, и если вы владелец Street, обратите внимание на некоторые обзоры программного обеспечения для вас в более поздних программах. Однако есть одно конкретное приложение, для которого этот компьютер хорошо подходит. Музыка. Звук ритма доносится до вас. Космические вибрации проходят прямо через вас. Проверьте органы управления, когда они начинают раскачиваться. Звук такой хороший, что вы не можете удержаться, чтобы не начать трясти эту штуку в том месте на танцполе. Мы знаем, что фанковая музыка — это то, что вы ищете. И вот она здесь. Разве вы не видите? Это никогда не может плохо повлиять. Конечно, это было мило. Эти ребята из Бруклина — это их совершенно новый сингл, или, по крайней мере, его часть, и все синглы оказали плохое влияние. Добро пожаловать в программу. Как вы хотите, Энди? Мило с вашей стороны назвать свой сингл в честь вашего собственного имени. Мы очень рады. Ну, на самом деле, Энди, мы не называли сингл. Нет, мы взяли название из какого-то сленга, который используется в Штатах молодыми рэперами. Soul Bad на самом деле означает «хороший», так что это хорошее влияние, а не плохое. Мы можем позаимствовать. Я так не думаю. Я думаю, вы можете просто уйти прямо сейчас. Давайте просто уйдем. Идите своей дорогой. Кевин тоже в группе. Он играет на клавишных, а также продюсирует музыку, и я говорил, что Atari хорошо подходит для музыки. Как и почему, Кевин? Это определенно так, потому что это единственный компьютер с MIDI. Что такое MIDI? MIDI — это цифровой интерфейс музыкального инструмента. И что это дает? Это означает, что с помощью пакета программ
программного обеспечения для секвенирования такого, как этот, и этого компьютера. Я могу разговаривать со всеми этими клавиатурами и указывать им, что делать отсюда. Хорошо, покажите нам, как это работает. Хорошо, хорошо. Ну что же, я вставил немного. Я вставил несколько ударов. Вы вставите их, здорово. Да. Что я могу тогда сделать? Так это взять этот такт и копировать его столько раз, сколько захочу. Это 16 тактов барабанов. Там 16 тактов бас-барабанов. Звучит примерно так. Натуралки. Достаточно справедливо, да, но нужно немного мелодии, чтобы сделать ее более интересной, не так ли? Так что я просто сниму это. Вы уже вставили этот орган. Вы всегда пользуетесь мышью, чтобы вводить ноты в компьютер. Нет, вовсе нет. Что я сейчас сделаю? Так это сделаю пометку на этой клавиатуре. Чтобы вы могли играть и вживую. Так что? О, там немного странная нота. Ему обязательно делать это снова. Ну вот и та, что с Дафом. Да, я это вижу. Это невероятно, и, по-видимому, точно так же, как вы воспроизводите барабанные ноты, вы можете воспроизвести этот такт. Я не могу. Пройдите его до конца. Когда все закончено, на что это похоже? В нем есть записка, звучит примерно так. Это фрагмент марка. И это тоже исправлено, так что у нас там не было дубляжа, что потрясающе. Это заставляет меня задуматься, что еще остается человеческим существам, чтобы сделать это. Все ли это для вас? Нет, это не так, потому что это просто очень полезный инструмент. Ваше воображение действительно безгранично. Вы должны сначала продумать все идеи, вложить их в это, а затем перемещать по кругу. Да, это невероятная вещь, но в ней нет ничего творческого, не так ли? Нет. Спасибо, что показали ее. Возможно, я скоро уйду и запишу на нее свой собственный сингл. Хорошо. На самом деле, это приз конкурса. Если вы хотите выиграть себе шанс поехать, оплатить все расходы в студию в Манчестере, где Бруклин записывает и записывает ваш собственный сингл, вы можете это сделать. Ребята помогут вам написать сингл, они запишут его, они сыграют на нем для вас, и в итоге у вас будет куча копий, которые вы сможете подарить большинству на Рождество. Чтобы войти, все, что вам нужно сделать, это прослушать 5 музыкальных клипов, которые мы сыграем вам в конце программы. Они из игр. Опознайте игры, напишите их на открытке или заклеенном конверте и отправьте нам по нашему обычному адресу плохого влияния. На самом деле, на кассетном сингле есть сокращенная версия сингла Bad Influence группы Бруклин, которая поставляется бесплатно вместе с вашим экземпляром журнала Bad Influence, который доступен прямо сейчас. И если вам нужна полноформатная версия, она появится в ваших магазинах звукозаписи к следующей неделе. Хотите знать, как она звучит? Заберите ее от Ари. Ребята, я имею в виду Бруклин, мне жаль. Как я уже сказал, вот она, свежая новая заря, разработанная таким образом, чтобы вы двигались все дальше и дальше в новые измерения, в совершенно новое состояние, где... Это дешевая премьера. Обалденная игра в эфире Амиго. Это даст вам бесконечное количество жизней. Это нам Рут говорит, что это не шутки. Когда на вашем телевизоре появится титульный экран, вы должны ввести несколько слов как можно быстрее. Теперь я знаю все тычки, подглядывания и ошибки, так что в этой игре водите свечи зажигания. Экран теперь мигает, и это нормально. Вы выиграли игру, и вы не пострадаете. Теперь мне нужно пойти и накрутить воздух на бигуди, так что в путь. Скользкие бигуди. Хэм-эм, рэпер нам вон тот мужчина. Вокруг много программного обеспечения, которое позволяет воспроизводить музыку на вашем домашнем компьютере. Этот называется бумбокс. Он позволяет вам приглушить звук, чтобы создать свой собственный танцевальный трек. Я вам покажу. Перейдите в режим джема и воспроизведите трек еще раз. И мы можем сменить синтезаторы здесь. Там есть новая мелодия. Измените бас, измените барабаны, есть новый трек. И вы также можете воспроизвести сэмплы, которые звучат вот так. Бумбокс доступен для Amiga и ПК и стоит около 40 фунтов. Я думаю, этого вполне достаточно. Сюда, сюда. Спасибо, Энди. А теперь новости и анонсы этой недели. Нет, это не Crime Watch, но обратите внимание на пользователей гибких дисков. На прошлой неделе полиция изъяла пиратские диски стоимостью более 100 фунтов стерлингов с рынка в Лидсе. И пятеро мужчин были арестованы по обвинению в нарушениях закона об авторском праве. Чистый диск стоит менее фунта, а диск с игрой на нем может стоить около 30 фунтов. Так что для любого может быть очень заманчиво копировать игры на диски у друга, с доски объявлений или чего-нибудь еще. Суть проста. Не делайте этого. Копировать одну игру так же незаконно, как и тысячи. Никаких ограничений, никакого милосердия, никакой капитуляции. Вот что говорится в объявлении о Страйдере 2. Это продолжение оригинальной конверсии монет и выйдет в системе Mega Drive Master System и игровом снаряжении следующей весной. Страйдер должен использовать свой плазменный меч и новый смертоносный сюрикен, чтобы победить множество дьявольских врагов, таких как солдаты Ньютона и враждебные растения, чтобы подготовить средства от сорняков. Наконец-то оно прибыло. После всей этой шумихи 2 дня назад был звуковой вторник.
Если только вы не живете в Плимуте. В этом случае Sonic Tuesday стал Sonic Friday, потому что некоторые розничные торговцы продавали это за 5 дней до Sonic Tuesday, что скорее издевалось над фантастически продуманным международным одновременным запуском млекопитающего по всему миру, не так ли? Колючка. Колючка. Я просто ищу своего ежика. Я думаю, его съело что-то, что с ним не согласилось. В любом случае, вот чит для семьи Адамс на SNES. Просто введите BLRZZ, чтобы получить 46 дополнительных жизней и 5 сердец. Так что это здорово. И остальные члены вашей семьи будут в безопасности. Колючий. А теперь о чем-то совершенно другом. Извините, я повторю это еще раз. А теперь о ком-то совершенно другом. Да, это все еще я, почти целая и невредимая после этого довольно болезненного перехода. И это фабрика, где создаются одни из самых умных спецэффектов для рекламы и телевидения. Фабрика славится морфингом, сокращенно от метаморфоза, что означает превращение одной вещи в другую. Все эти превращения были сделаны на фабрике. Мы попросили его показать нам, как они превращаются, но вместо этого они дали нам главную роль в своей собственной последовательности превращений, за которую отвечает продюсер Энди Баннер. Хорошо, Энди, итак, мы собираемся превратить вас в Вайлет, и для того, чтобы помочь переходу, вам нужно предпринять некоторые действия, чтобы придать ему немного больше. Чтобы соответствовать тому же выражению лица. Ну, это так, да, потому что, когда вам действительно нужно примерно выстроиться так, чтобы вы не сделали иначе. Я имею в виду, если бы ваши глаза были примерно не в том месте. Да. Вашим глазам придется перемещаться по экрану так, что это будет выглядеть лучше. И вы делаете это так. В конце вы, может быть, как бы признаете тот факт, что вы преобразились. Совсем немного. Хорошо, давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Чтобы сделать их все простыми, важно поместить два лица в одно и то же место на экране. Хотя есть высокотехнологичный способ сделать это, фломастер быстрее. А теперь перейдем к чему-то совершенно другому. На все это нужно время. Они снимают на фоне голубого экрана, чтобы позже можно было установить другой фон. Это хорошо. Следующая моя очередь. Мы можем изменить его размер. У вас немного торчат волосы. Предварительная укладка. О, извините, я повторю это еще раз. А теперь для кого-то совершенно другого. Почему вы говорите, что она была очень хороша, но она сделала только два, а вы заставили меня сделать 5? А это что такое? Идет сделка. Графический дизайнер Гэвин Блэр объясняет, что будет дальше. Для того, чтобы машина трансформировалась, вам нужно разбить изображение на области. Поэтому вы делаете это, используя эту сетку, используя эту сетку. Вот так, как здесь. Я заключил область, которая включает бровь и глаз. И те же точки здесь, чтобы теперь заключить вашу бровь. Таким образом, машина превращает одну бровь в другую. Это похоже на то, что лицо надето на резину, и вы просто натягиваете сетку, и это похоже на растягивание лица. Вы должны отслеживать все, что движется. Так, например, вы начали с закрытым ртом и открывали его по мере прохождения последовательности, вы также моргали. Вам нужно было сделать много деталей вокруг глаз, вокруг рта и тому подобное. Вы должны ротоскопировать его, что означает, что вы должны просмотреть последовательность, каждый кадр последовательности, и сопоставить сетку с одними и теми же точками для всей последовательности. Таким образом, существует сетка, отслеживающая действия Энди. Вы видите, что она начинается с имени Энди. Вы можете видеть, где совпадают волосы и глаза. И по мере прохождения последовательности изображения трансформируется в контур вида вон там. Так что вы можете видеть другие волосы и другие глаза. Так что это предварительный просмотр того, что будет делать морф. А затем, что я могу сделать, если выключу сетки и заставлю машину показать мне Энди в вашем облике? Вот так, это лицо Энди искажено, чтобы соответствовать вашему. Хорошо, и так, что я сейчас делаю, так это заставляю машину показать мне, как вы будете выглядеть, искаженные, чтобы соответствовать лицу Энди. Вот вы где. Давайте еще раз полюбуемся превращением в замедленной съемке. Вы просто не видите соединения.
следующий раз, когда мне захочется сменить имидж, мне некуда будет прийти. Мне ни капельки не больно. Есть программное обеспечение, которое позволяет получать эффекты, похожие на морфинг, на вашем собственном домашнем компьютере. Давайте перейдем к полуморфизму. Оно меняет форму. Если можете. Гиппопотам. О чем вы? Это бегемот. Нет, это не бегемот. Слон? Это не слон. Форма немного меняется. Теперь появляется больше цвета. Нет, это не я. В хороший день. И это не у вас плохой день, Вайлет. Это я знаю, это гуманозавр. Это? Да, но какой именно? Это Брэд. Вот и мы, да. Это наш собственный Брэд Человекозавр. Вы видите, что он прошел через разные изменения, разные стадии, изменил свою форму. А затем, по мере того, как он становился все больше и больше, и становился все больше похожим на Брэда, которого мы знаем и любим, там также было больше цвета. Вы можете сделать с этим замечательную вещь. Вы действительно можете рисовать вместе с ним, посмотрите. Так что он может проноситься по всему экрану. Что появилось первым, динозавр или яйцо? Теперь еще несколько игр с вами. Добро пожаловать в человеческую расу. Люди на Амиге ставят вас во главе племени маленьких пещерных людей, которым нужно разгадать загадку эволюции человечества. Звучит тяжело. Вот Аманда. Эта игра — настоящий ментальный вызов. Я только что обнаружила копье, и я должна довести остальных своих людей до конца пещеры до того, как закончится мое время. А это довольно сложно, потому что они двигаются так медленно. Это еще и довольно сложно, потому что вам придется пользоваться джойстиком и клавиатурой одновременно. На этом уровне вы должны спасти маленького человечка, оказавшегося в ловушке на вершине холма. Люди — это игра типа лемминги с некоторыми большими отличиями. Вы можете управлять только одним человеком одновременно, а я двигаюсь слишком медленно. Здесь я просто бросаю копье, чтобы вернуться за ним позже, потому что я не могу одновременно удерживать угол наклона копья на колесе. Это на колесе, чтобы я не теряла так много времени. Мне нравится графика. Я чувствую, что в картинках есть настоящая глубина. В этом есть некоторые вещи, которые могут вас убить. Например, динозавры. Юя должна уйти от этого. А теперь меня только что съели. Для загрузки этой игры требуется время, что является одной из проблем. Но это нормально, потому что вы так хорошо развлекаетесь между дисками с отличной музыкой. Это отличная игра, в ней действительно хорошее соотношение цены и качества. Это отличное развлечение, и оно продлится долгие годы. Это отличная идея для игры, и она выглядит фантастически. Хотя она немного медленная. Музыку действительно стоит послушать. И это одна из немногих игр, где я бы не хотела убавлять звук. Я бы определенно рекомендовала ее. Это слишком сложно. Мужчины идут слишком медленно. Однако у него прекрасная графика и музыка. А оценки для людей? Мальчикам понравилось 4 из 5, и девочкам тоже понравилось 4 из 5 от них. Следующий Universal Soldier — мега-стрелялка для Mega Drive. Она названа в честь фильма, но на самом деле это всего лишь переделка классической игры Amiga Tekken 2. Вот как она взаимодействует. Это точно так же, как Token 2. В игровом процессе нет ничего оригинального. Графика превосходная, и в эту игру легко играть. В этой игре есть много бонусов и других вещей, которые вы можете собирать, так что у вас очень редко заканчивается энергия. Это конец уровня, означающего, что он очень противен вам. Я использовала свое мега-оружие, чтобы уничтожить его, потому что это самый простой способ сделать это. Вы можете использовать это оружие только один раз в жизни, так что вы не можете уничтожать им все подряд. Честно говоря, обычно это не моя игра, так что я бы подумала о том, чтобы купить ее, потому что у меня тоже еще нет жетона. Я была удивлена, насколько играбельной она мне показалась. Я уже видела все это много лет назад. Эффекты хорошие, но здесь нет ничего нового, а некоторые уровни слишком длинные. Меня раздражает, когда они выпускают старую игру под новым названием. Эта игра просто наживается на названии фильма. А что касается оценок за универсального солдата, то мальчики дали ему 3 балла из 5, средний балл, и девочки тоже дали ему 3 балла из 5. Это примерно все на этой неделе, за исключением соревнований. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть Mega Drive, Grace of Sonic и футболку Bad Influence, и у нас было почти 7000 заявок. Вопрос был в том, как зовут ежа в историях Беатрикс Поттер, и ответом была, конечно же, миссис Тигги Уинкль. И первый ответ, правильный ответ, выброшенный из корзины для мусора дурное влияние, был от Лин Макмиллан из Стратклайда в Шотландии. Молодец! Если вы хотите выиграть в эти выходные запись собственного сингла с Бруклином, будьте готовы. 5 музыкальных клипов, которые вы должны идентифицировать, появится в потоке данных. Мы вернемся на следующей неделе с еще большим плохим влиянием, или присоединяйтесь ко мне в субботу утром, чтобы узнать, как дела, док. Будьте осторожны. Пока-пока. А вот и конкурсная музыка для идентификации. 1. 2. 3. 4. 4. И 5.